Накануне совещания этот вопрос обсудили в Кабинете министров республики. По данным Роспотребнадзора, в этом году в Татарстане наблюдается незначительное снижение количества алкогольных отравлений. Об этом заявил руководитель госалкогольинспекции Татарстана Игорь Марченко. При этом число алкогольных отравлений остается на достаточно высоком уровне. Зарегистрировано 1429 фактов, из них 296 смертельных случаев. Наблюдается рост числа алкогольных отравлений среди детей и подростков. За 11 месяцев 38 случаев, на 13 больше, чем в прошлом году. Все это говорит о том, что алкогольная продукция по-прежнему востребована как в республике, так и в Альметьевском районе. Население Альметьевского района города Альметьевск за 11 месяцев 2014 года продано алкогольной продукции 300,7 тысяч дал, что составило 95% к 2013 году. Это 14,5 литров на человека, второе место по республике. Хотя, согласно статистике, употреблять алкоголь альметьевцы стали на 30% меньше по отношению к прошлому году. Об этом говорили уже на совещании в Альметьевске с участием предпринимателей и владельцев торговых точек. Им напомнили, что за несоблюдение правил торговли алкогольной продукцией предусмотрены штрафы и уголовная ответственность. Это ваш дальнейший бизнес. Не нужно нарушать. Это все приведет к тому, что вас отберут, вас лишат лицензии на реализацию алкогольной продукции. Специалистами госалкогольинспекции совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводятся рейды по выявлению фактов незаконной продажи алкоголя. Эдуард Прокопьев, Николай Быков, Альметьевск ТВ.